Всем привет! Я Хорхе Туэра, и сегодня у меня реакция на нового артиста. Этот певец — казах. И зовут его... Димаш Кудайберген. Кудайберген. Извините меня. Дело в том, что пару дней назад я общался со своим другом о музыке, и он рассказал мне про этого певца. Он сказал, что он невероятен, и у него громаднейший вокальный диапазон. Так давайте посмотрим, что же он нам покажет. Начнем. Обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Димаш Кудайберген. Окей. Ну, давайте посмотрим. Какой сладкий голосок. Какая высокая тесситура. Ядрен хамон. Мне нужно глянуть его в Википедии. Итак, здесь говорится, что он певец, композитор и еще играет на нескольких музыкальных инструментах. Он обучался классической и современной музыке. Он известен своим исключительным вокальным диапазоном и исполняет песни на 12 языках. О, Господи! Это бесценно, сокровище. А вот и опера пожаловала. Ну, ладно. Это и есть его классическое образование. Это очень интересно. Продолжим. А здесь уже более поп. Что это за способность у него такая? Переходить с классического стиля пения на такой современный стиль. Ведь здесь уже нет никакой оперы. Это какой-то зверский вокальный диапазон. Зверский. Гениально.
Это звучит как что-то французское. Я не думаю, что он поет на своем языке. Это что-то на французском. Вот это навык. Что это за способность такая, переходить с одной тесситуры на другую и менять стили пения? Удивительно. Нет. Что это за такая манера пения? Да как он так поет? Я уже и не вспомню, чтобы кто-то вот так вот пел. Давно такого не было. Это уже не шутки. Так высоко. Это где-то за облаками. Посмотрите на его лицо. И как он возвращается? И как он возвращается? После такого прыжка вверх. А он как ни в чем не бывало. Поет опять мелодично и нежно. Он меня запутал. В голове полная фиеста. Вот это мощь. И чего я смеюсь? Это ж ненормально. Это что-то другое. Этот парень не из нашей планеты. Где вы его откопали? Невероятно. Поразительно. Вот это пение. Вот это он исполняет, конечно. Величайший певец. Величайший певец этот Димаш. Давайте послушаем еще раз. Сила. Мощь. Это же белтинг. Это не головной голос. И не фальцет. Это белтинг.
Димаш Кудайберген, Казахстан! Димаш Кудайберген. Вау. Это все, что я могу сказать. Это ж чудо. Я не припомню другого такого певца с подобными характеристиками. Я не хочу никого сравнивать. В истории было много великолепных певцов, но вот этот мучачо, он же такой молодой. Другими словами, у него большое будущее. Не представляю. Я надеюсь, у него есть поддержка в музыкальной индустрии. Имею в виду публику. Потому что в наше время обычно такое не слушают. Похоже, в какой-то момент музыка повернула совсем не в ту сторону. Ну что? Что я могу еще сказать? Я сражен.